бумаги. Мы постараемся. Так, это Ларс Александерсон, Лео. Вторая команда, Брайан. Дешевые команды с обоих сторон. Да, пока движуха. Оп-оп, подсечка нормально. Ну, естественно, что нога дебила. Может. Не взял, да. Он, видно, взял сначала, но потом передумал. Так, да, первый бой за раунд за шаманом. Оп. Ай-яй-яй, запорол комбу, но ничего, это бывает с любым игроком. Даже топовые игроки могут, особенно в условиях турнира, пороть. Да, лоу-перри, дебагер около стеночки. Ай-яй-яй. Ну, будет сейчас очень сильная волкомба и... Нет, это не сет. Ушел, да, спасся. А у нас Лео как вообще в Лео, все чуть-чуть очень сильный персонаж на самом деле. То есть простой персонаж, в принципе, ничего в нем сложного нет. Точнее, она, господи, я никак не могу привыкнуть. Переделать. Да, я никак не могу привыкнуть, что Лео это женщина. Хотя у меня дома до сих пор официальный артбук, в котором Лео указан как мужской персонаж. Окей. Вот. И я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Сделал операцию в какой-то момент. Да, в какой-то момент, да. Харада решил всех протроллить и сказал, что это женщина. Итак, а тем не менее, тут пока идет у нас борьба. Лаунчеры с обоих сторон. Еще лаунчер, ДФ2 от Лео. Шаман очень хорошо прессит. Я просто вот прошлый раунд я видел, Лео ничего не мог сделать. Hello, goodbye. Шаман опытнейший игрок. Он сколько играет. Очень. Было бы странно, если бы он у него был не поставлен прессинг. С пятого как минимум. Но да, я думаю, как, что как типа до того, как я его встретил, он нормальный еще. Да, и так это было быстро. Шаман очень быстро выиграл 3-0. Не дал противнику шанса. Собственно, кто у нас есть в группе? Шаман. Hello, goodbye. Ну вот. Soul Bad Guy. Ага, значит, Soul у нас Тони в этой группе. Тони Старк, Рио и Кронос. Ого, да. У тебя есть предположение, кто выйдет из группы? Ну, конечно, я очень сильно буду надеяться, что все-таки выйдет Soul. И я не думаю, что тут возникнет вопрос, почему я этого хочу. Да, так. Буду болеть за него, но и мне кажется, что будет борьба развернута между Шаманом, Риэлом и Солом. Да. И кто-то из них не выйдет, то есть это очень сильные игроки, это кто-то из них уже не попадет в плей-офф. Это, конечно, печально, можно так сказать, но это будет зато это будут интересные бои, уже напряженные даже. Интрига у нас уже есть, уже это есть, хорошо. Уже будет интрига. Итак, а пока Шаман берет раунд следующий. Пока все давит. Да, пока давит, но сейчас, тем не менее. Запорол. Ларс пытается ответить. Не сел под хаем там в одном месте Шаман. Можно было джаглом наказать. Под B4-3 Ларса, но... Вот. Не наказание было, почему-то пропустил после своего DF2 коленку. Я думаю, Шаман расслабился уже к этому моменту, типа, видит, ну, что да, нет он. Никакого противоборства, и так, давай там что-нибудь. Ну да, мне кажется, что он, конечно, он будет стараться, но ой, Ларс контрхит, локоть засадил, но не продолжил джагл, к сожалению. Хотя мог отнять очень солидную часть жизни. Ой, контер, и да, смерть, это ошибся очень серьезный игрок.